Испокон веков на Руси по окончании полевых работ у сельчан появлялось свободное время, например, для праздников. Сегодня возрождаются многие почти позабытые традиции. Так в Калязине отметили День сельских женщин. Они не только краса родной земли, но и большие труженицы. Благодаря своему труду они вносят большой вклад в развитие села. В Калязине отметили День сельских женщин. Этот праздник является всемирным и поддержан Союзом женщин России. Какие мероприятия прошли в Калязинском районе, смотрите в следующем материале выпуска. В честь праздника Калязинский совет женщин провел выездное заседание в деревне Баренцево Семендяевского сельского поселения. Здесь собрались представительницы четырех сельских поселений района. Я всегда сама рада посещать этот уголок. Вот, и очень рада сегодня, что и здесь мы вас собрали. Калязинские селянки – пример профессиональных тружениц, активных общественниц. Того, как нужно вести свое хозяйство. Правильно, в духе приобщения к труду, воспитывать детей. Женщины села не боятся нелегкой работы, участвуют в благоустройстве своих деревень и сел. В благотворительных акциях хранят многолетние традиции. Почетный гражданин Семендяевского сельского поселения Галина Куркова, как сторожила круги, рассказала о жизни села в старые времена, как женщины трудились и проводили свой досуг. Электричества у нас не было до 66-го года. Кино передвижное. Приезжает к нам установка, привозит лошадью из соседнего клуба, скажем, из Рылова. Вот движок заводит. И вот в этом маленьком помещении, где напротив, туда в глубине сцены, немножко сцены занимает, там занавес вешается, а тут скамеечки ставятся зрители. Во время встречи члены совета женщин обсудили проблемы и задачи. Председатель совета Нина Рыбакова вручила активным женщинам заслуженные награды и благодарственные письма за участие в общественной работе. По традиции праздник завершился чаепитием и совместными песнями.